Зараз до нас доєднується наживо гість Вітяніс Алішаускас, міжнародний експерт з питань митниці, екс-заступник голови Держмитслужби Литви. Вітаю вас, слава Україні! Добрий день! Зараз мушу перейти на російську, аби поставити питання нашому гостеві. В чому заключається таможений безвіз для України? Як ви оцінюєте продвіження України на путі к нему? Практически это просто быстрее передвижение товара с Украины в страны Евросоюза и из стран Евросоюза обратно в Украину. Но если смотреть исторически, так все ключевые изменения, будущие изменения в таможенном кодексе Евросоюза, они начались именно в таможенном транзите. Например, упрощения сначала они были внедрены в транзите, это были уполномоченные отправитель и получатель, а потом уже, как мы знаем, появился авторизированный экономический оператор. Новые роли таможни, новые эти решения, новые, например, процедуры экспорт и процедура вывоза, она очень похожа, как есть процедура в таможенном отправлении, в таможенном назначении. В принципе, все, что новое, сначала попробовали на транзите, на общем транзите, также и в систему НЦТС внедрили, а потом все, что самое хорошее, перенесли в другие процедуры таможенного кодекса Евросоюза. Недавно Кабмин одобрил законопроект, приближающий Украину к присоединению к конвенции о процедуре совместного транзита с ЕС. А почему для нас так важно присоединиться к этой конвенции? Что это даст Украине? Формально это просто выполнение задачи по соглашению между Евросоюзом и Украиной. Деформально я это уже называю такое, как маленькое вступление в Евросоюз. Я объясню, почему. Дело в том, что все составляющие, которые мы теперь делаем для вступления в конвенцию по общему транзиту, они такие же самые, которые будут делаться для вступления в Евросоюз. Например, законодательство. Есть законодательство, нужное законодательство в национальном транзите, которое соответствует конвенции. Также будет и когда будет вступать Украина в Евросоюз, только не по транзиту, а все законодательство таможенное будет, должно будет соответствовать законодательству Евросоюза. Также новые роли, новые структуры. Например, появляется таможня гарантии, появляется таможня транзита. И этот список будет продолжаться уже по таможенному кодексу Евросоюза. И самое главное, наверное, IT. IT, мы теперь, у нас есть такое слово NCTS, это новая компьютеризованная система транзиту, она должна не хуже быть или не лучше быть в Украине, а полностью соответствовать требованиям Евросоюза. И в принципе, то, что теперь делается с транзитом, даже проверка, которую делает Digitaxud, даже требования год поработать в национальном транзите, те же самые шаги будут уже полностью по всему таможенному кодексу, по всем IT-системам. Так что это маленькая репетиция перед вступлением в Евросоюз. По ходу нашего разговора у меня сразу два вопроса возникли. Но первое, все-таки я за прикладную журналистику. Знаете, когда каждый человек, который вот смотрит нас с вами, понимает, как на нем это отразится. Вот на простом человеке как это отразится, как он это почувствует? Простой человек, когда он будет ехать через границу, для него будет все немножко проще. Но, наверное, надо сказать, что таможня, роль таможни – это работа с международной торговлей, и обычно таможня работает с предпринимателями. Так, в принципе, для предпринимателей, которые будут заниматься международной торговлей, так процедуры будет, все процедуры будут яснее, быстрее и проще, и более понятнее. А инструменты предотвращения коррупции? Значит, насчет коррупции есть очень много инструментов. И, конечно, это зависит от страны. Я вот, например, скажу, какой опыт наш в Литве, когда у нас то же самое было. Значит, коррупция в таможне – это, наверное, тема, которая актуальна для всех стран.
С самого начала, что мы сделали, так мы эту функцию отобрали от таможни, и этим занималось подразделение полиции, которое принадлежит Министерству внутренних дел. Но дело в том, что таможня должна выполнять все функции, она должна быть полноценным партнером и сотрудничать с таможнями других стран. Это значит, что функции должны быть похожие. И перед вступлением в Евросоюз мы вернули эту функцию таможне. Но как вернули? Мы сделали новую структуру, приняли новых людей, мы внедрили меры антикоррупционные, это вся тема, и, конечно, мы повысили заработную плату. И люди, которые борются с контрабандой в таможне, они всегда получают больше, и люди, которые занимаются расследованием контрабанды, в литовской таможне они получают заработную плату больше, чем остальные. Это тоже один из инструментов, чтобы люди ценили свою работу и чтобы коррупция, чтобы она не была причиной плохой работы. А как вы вообще оцениваете прогресс реформирования таможни в целом? Вот если вспомнить, что было до тех реформ, которые начали, и как ваш проект ЕС в целом помогает украинскому правительству реформировать таможенную систему? Откровенно говоря, я оцениваю очень хорошо. И у меня есть несколько образцов. Я объясню на транзите, которым мы теперь вот занимаемся, и где мы... Как я говорил, это маленькая репетиция перед вступлением в Евросоюз. Первое, это очень большой успех, потому что Украина, украинская таможня закончила тестирование с партнерами из Евросоюза, IT-системы, которая называется NCTS. И это значит, что с технической точки зрения Украина готова присоединиться к конвенции. Что самое главное еще... Одно из условий, потому что все остальные страны Евросоюза внедряют уже следующий функционал NCTS, так мы называем пятую фазу, и условие для Украины было, что недостаточно сделать так, как теперь есть, уже быть готовой внедрить и следующий функционал вместе с странами Евросоюза. И Украина уже подписала контракт, и это значит, что есть все ресурсы, и UFOPFM, наш проект, выделяет эти ресурсы, для того, чтобы через год вместе с другими странами Евросоюза внедрить дополнительный функционал NCTS. Что очень важно, что страны Евросоюза по новому таможенному кодексу они внедряют 17 новых систем. И вот то, что я говорю, NCTS пятая фаза, одна из этих систем. Это значит, что Украина начала внедрять систему вместе в то же самое время, как и другие страны Евросоюза. Так вы можете сами оценить. Моими глазами это очень большой прогресс. Наш проект UFOPFM занимается улучшением процессов и процедур всех учреждений, которые работают под Министерством финансов, а также Министерство финансов. Наши эксперты работают так и в теме законодательства. Мы помогаем писать законодательство. Наши эксперты и национальные, и международные делятся практикой, как это есть в странах Евросоюза. Мы также участвуем в разработке новых IT-решений, помогаем тестировать. Так что я думаю, что хотя время теперь военное, но моими глазами прогресс во всех этих областях. Мы работаем и с Министерством финансов, и с таможней, и с налоговой, и с другими службами. И во всех областях мы не приостановили работу и продолжаем в сторону евроинтеграции. Благодарю вас за эту беседу, за ответы. З нами був Вітяніс Алішаускас, міжнародний експерт із питань митниці, екс-заступник голови Держмитслужби Литви.